Новому году ремонтные работы должны завершиться. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков в ходе рабочей поездки проинспектировал детский сад в лесном городке. Родители с нетерпением ждут открытия дошкольного учреждения. Лесной городок, хоть и называется городок, но это целое городище. И, слава богу, он молодой, много молодых людей поселились в лесном городке, и они решают демографический вопрос. В частности, у меня, например, четверо внуков. И я считаю, что строительство объектов инфраструктуры – это лишнее подтверждение, что о нас заботятся. Это второй детский сад в поселке. Хорошая новость – этот будет прикреплен к школе. В нашем саду будет абсолютно все новое. Сад очень яркий, красивый. Очень здорово, что он очень теплый. Теплые полы везде сделаны. То есть очень здорово, что в нашем лесном городке появляется новый замечательный садик. В ходе рабочей поездки депутат также проверил Одинцовскую школу номер 15. Здесь проводится капитальный ремонт. Скоро появится обновленная сцена в актовом зале, разметка в спортивном, стены окрасятся в новый цвет. И это лишь часть работ. Видим большую активацию подрядной организации, рабочего персонала, отделочников. Вся инженерия уже сделана. И, соответственно, вот думаю, что в начале следующего года и детский сад, и школа уже будут принимать учеников. Поэтому вот и директор здесь, все ждут с нетерпением. Большой упор в этом году делали на усовершенствование школ и детских садов Одинцовского округа. Важно, чтобы детям было комфортно, а учебный процесс стал максимально эффективным. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».